Это тот предмет, который ты вот сейчас смотришь. Телефон, магнитофон, телевизор, мамина мама, компьютер, ноутбук, мне без разницы. Возьми этот предмет. Все, я спать хочу. Ровно два с чем-то часа я спать хочу. Ролик вчерашний посмотри. Странно так говорить, вчерашний, а не сегодняшний. Завтра будет новый. А я пошел спать, потому что меня уже прям рубит. Я делаю вот так, потому что я уже прям выгляжу как реально ходячий мертвец. И мы с тобой прощаемся до следующего стрима. Всем сладких, спокойных сновидений. Хотя каких нафиг сновидений? В Москве это всего лишь полдесятого, но какая разница? Заранее всем спокойной ночи. Хорошо, желаю вам провести этот вечер. Если у кого-то уже поздно, тогда прощаюсь с тобой до завтра. Завтра примерно в 5 роликов... Завтра примерно в 5 роликов выйдет вечер. Или в 5 вечера выйдет ролик. Я сейчас сдохну. Вот это мое сейчас реально настоящее лицо. В чате кто не отправит сердечко? Ляшка коня. Я не знаю, все. Засыпает мафия, просыпается город. Всем хорошего... воскресенье. Или что завтра? Среда. Все!